Приветствую всех, с вами Нибиру, и мы смотрим новую игрушку, которая по-русски называется «Место преступления». Это демка, когда игра точно выйдет, пока неизвестно, но это игра из Steam, офлайновая игрушка, и она меня заинтересовала тем, что я люблю вообще игры, где надо расследовать какие-то преступления или анализировать улики, ну вот в таком роде. И это вот как раз одна из таких игр. Давайте я прочитаю краткую аннотацию. «Место преступления» — это дедуктивная логическая игра для поклонников жанра «Настоящее преступление». Окунитесь в воссозданные места происшествий, внимательно изучите улики и проанализируйте возможные мотивы, чтобы узнать, что произошло на самом деле. Наверное, в демке будет доступно одно такое дело. И давайте посмотрим, как это все выглядит. Игра сделана, кстати, на Unity. То, что я сейчас прочитал, нам еще раз текстом написано. Это дело об убийстве на одном из званых обедов, где за трапезой собрались пятеро друзей и знакомых. Все улики остались на месте преступления. Вы сможете раскрыть это дело? Отправьте свои ответы с компьютера, чтобы узнать, удалось ли вам сделать это. Так, это дело, значит, об убийстве, званый обед, пять друзей и знакомых. Хорошо. Движение WASD, Shift Back, Ctrl пригнуться, это по стандарту, фонарик F, рассмотреть E. Хорошо. Понятно. Исследуйте сцену и ответьте на вопросы в соответствующих текстовых полях. Нажмите «Начать», как будете готовы к этому. Хорошо. Так, вот так вот у нас выглядит комната. Нам не говорят про то, что здесь вообще случилось, когда это случилось. У нас уже постфактум. То есть произошло убийство. Жертва была вот здесь вот. Яркость бы хотелось побольше, но есть фонарик. Я вижу вилку. Можно вот так приблизить. Почему-то я не могу ее взять. И цифрами отмечены, наверное, места с уликами. Ну, давайте смотреть, что у нас вообще имеется. Объекты подсвечены, с которыми можно взаимодействовать. Это дверь. Что там написано? Недоступно в демоверсии. Так, а мы в демоверсии вообще можем закончить это дело или нет? Happy birthday to you. Так, читать. С днем рождения. С днем рождения, Клара. Спасибо, что поддерживал меня, пока я проходил реабилитацию от алкоголизма. Генри, так повезло с тобой. Надеюсь, у вас будет отличный год, Джейк. Клара с Генри. Запомним. У Клары день рождения. Так, нажимаем на X. Все хорошо. Подарок будем смотреть? Подарок почему-то не открывается. Ладно. Пульт тоже. Я еще не совсем понимаю, как тут определять, с чем можно взаимодействовать или нет. Здесь этого никак не выделено, что, конечно же, осложняет все. Письмо. Так, Хизер Браун, Клара Гибсон. Клара, это у кого день рождения? Письмо от Хизер Браун. Хорошо. Так, а письмо-то где само? Или его тут нет? Так. Во. Читаем. Дорогая Клара, прошел месяц с тех пор, как ты навещала меня. Помнишь, о чем мы разговаривали? Я думаю, тебе пора покончить с ним. Ты слишком долго терпела. Нужно двигаться дальше. Подумай об этом и ответь мне, мама. Опачки. То есть, получается, у нее с приятелем не все было так хорошо. А приятель, еще раз, это Генри. Угу. У нас есть потенциально кандидат на убийцу. Ладно. Давайте смотреть, что еще доступно. Здесь, в принципе, ничего больше такого нет. Здесь нижний ящик открыть нельзя. Так, давайте на полках посмотрим. Тут тоже ничего примечательного я не вижу. Фотка есть.
Смотрите, на фотке трое молодых людей стоят, и непонятно, кто из них кто. Тоже не видно. Это что такое? Это антенна. Понятно. Кассеты. Здесь на полке тоже. Вот, чек какой-то лежит. Дорога Funnel Wallet Parking. Это с парковки. Дата 20-20... Нет, это время 2022. А дата 14.02.2003. Начало парковки, окончание парковки 14 февраля. Сумма платежа 15 баксов. Благодарим вас, удачи на дорогах. Ага. Но не написано, чье это. Кто-то парковался там 14 февраля. Мы запомним, что у нас есть такая штука. Ящик пустой. Этот шкаф открыть нельзя. Понятно. Сумку будем смотреть. Рассмотреть. Это, я так понимаю, вещи Клары. Нико Пэтч. Это обычный лейкопластырь, наверное. Читай, давайте. Никотиновые пластыри. А, она курит. Хорошо. Мы запомним это. Помогают бросить курить. Все, ясно. Хорошо. Еще что-нибудь есть? Спички. Фантазер Амур спички. Помада. Ну, обычная помада. Ничего примечательного. А это текстура помады. Водостойка. Не оставляет следов и не размазывается. Все, тут больше ничего нету. Ясно. О, список гостей. Джейк, Эдвин, Дженни. Джейк и Эдвин. Получается, Джейк и Эдвин с Генри на той фотографии нарисованы. Изображены. Хорошо, я понял. Джейк, Эдвин, Генри. Угу. Телефон не работает. 22-го день рождения у Клары. Угу. А 14-го там был билетик за парковку, как мы только что увидели. Что такое бэк? Опа, смотрите. 13 марта прием у врача. А здесь что? 11-го Клара уехала в Лос-Анджелес. Так это Клара, получается, парковалась? Клара вернулась из Лос-Анджелеса. 17-го. Она, значит, уезжала в феврале в Лос-Анджелес. Хорошо. Здесь, скорее всего, мы не сможем ничего посмотреть. Бокал. Опа, губная помада. Видите? На бокале. Что еще можно посмотреть? Суп. Это ж суп, да, какой-то? Здесь ничего, в принципе, примечательного нет. Кто-то пил. Хм. Так, это что такое? Бронь. Встреча с доктором Ричардсоном. Как мы сейчас календарики посмотрели. Ужин с членами компании. День рождения Клары. Сделать бронь. 14.02. Ясно. Так, это бумажник. Генри, это как раз сожитель или муж Клары. Давайте прочитаем. Генри Гибсон. 170 сантиметров, глаза голубые. Категория Е нет, Р нет. Ну, водительские права, скорее всего. Так. Хотя это выглядит как банковская карта. Подождите, стойте, дайте мне посмотреть. Нью-Йорк Стейт, класс С. Нет, это все-таки, наверное, права. Ладно, давайте посмотрим, что еще есть. Так, из больницы. Доктор Терри Чарльсон, главный врач. Что-то у него со здоровьем было. Что-то у него было со здоровьем. А это что такое? Адвокат. Угу. Адвокат. Запомним. Все, больше тут ничего нету. Хорошо. Ну,
по сути, игра выглядит очень просто, но от этого менее интересной она не становится. Здесь что-нибудь у нас есть интересное? Нож только. Так, выброшены какие-то медикаменты, читаем. Предупреждение, противопоказание, заболевание печени. Продукт содержит бензоклин. Возможно, серьезное повреждение печени при приеме. Сутки не принимать более. Доктор Хейс отпускается без рецепта. Может вызвать рвоту, может вызвать... Прекратите использование. Так, а что это такое? Мне не совсем понятно, что это. Для чего это используется? Написано только противопоказания. 500 миллиграмм капсула. От доктора Хейса. Ну ладно. Так, что тут есть? Чайник. Ну, я не думаю, что чайник нам интересен каким-либо образом может быть. Смотрим дальше. Тут тоже все неинтересно. Так, можно пригнуться. Все пусто. Так, полотенце. Кстати, все очень элегантно сложено. Ничего интересного здесь нету. Так, на холодильнике. Фонарик я выключу. На холодильнике что-то написано. «Привет, милый, я ушла за покупками. Не мог бы ты накрыть на стол, пожалуйста? Не забудь, мой двоюродный брат не пьет вино. Вместо вина налей ему апельсинового сока. Эд Левша». Ага. Двоюродный брат — это тот, кто пил сок. Вот тут вот стоит, мы видели, да, вон, апельсиновый сок. Хорошо, давайте посмотрим, что в этой стороне. А, нет, холодильник я хотел открыть. Ладно, холодильник не открывается, он, в принципе, нам и не нужен. Здесь что-нибудь есть? Нет, пусто. Здесь можно вот этот ящик открыть. Тоже ничего нету, здесь полотенце. Хорошо. То есть на кухне, по сути, ничего интересного нет. Да, наверное, нет. Давайте дальше осмотрим здесь помещение. Ух ты, квартира-то не такая уж и маленькая. Это, наверное, дверь выхода. Она нам не нужна. Здесь у нас что? Эта дверь недоступна в демо-версии. Тоже недоступна. И тоже недоступно. У нас в демо-версии только одна комната. Мы посмотрели, по сути, все, что есть. Так. Еще раз давайте глянем. Вот так вот сверху. Прыгать, к сожалению, нельзя. Но у меня все это в одну картину не складывается. Давайте ноутбук посмотрим. А, ноутбук — это именно то место, где мы даем ответы. Причем ответы мы должны дать текстом. А вот теперь интересный момент. Текстом, если я напишу по-русски, то он воспримет или надо отвечать по-английски? Так, давайте почитаем вопросы. Кто сидел на стуле 5? 2. Кто двоюродный брат Клары? Тут я могу сразу написать. Хотя нет, не могу. Там Эд. Эд — это не двоюродный брат. Кто умер, кто убийца? Ну, давайте проэкспериментируем просто. Вот тут вот список лежит гостей. Эдвин, Джейк. Джейк — это двоюродный брат Клары. Давайте пишем Джейк. На стуле 5 сидел Эд. Ну, или давайте полностью... Как у него? Эдвин? По-русски как он пишется? Эдвин. Хорошо. Он сидел на стуле 5. Значит, смотрите. Так, на стуле 5 сидел Эдвин. Эдвин. Двоюродный брат Клары — это Джейк. Кто умер? Я бы сказал, что умер Генри, убийца Клара. Кто сидел на стуле номер... Эдвин. Неправильно писал.
Эдвин, вот так. Кто сидел на стуле номер два? Давайте сейчас глянем, где вообще сидит, где стоит стул номер два. Вот он. Тут сидел, скорее всего, левша. Скорее всего, да, потому что нож справа. Хотя, подождите, нож справа у всех. Нет? Вот тут вот сидел Эдвин. Там сидел, получается, Джейк, потому что он апельсиновый сок пил. Где-то... А как определить вообще? Они все места-то одинаковые. Очень странно. Как понять, кто там сидел? Ну, тут на месте 3 я бы сказал, что либо сидела сама Клара, либо Генри. Непонятно. Непонятно. Но нам на самом деле мало информации дают. Очень мало. Но, по сути, тогда здесь сидел Генри. Получается так, правильно? Давайте посмотрим, как он пишется на русском. Генри просто так пишется. Генри. Хорошо, давайте тогда так и напишем. Так, кто сидел? Генри сидел, раз он там упал. Хотя упал на стуле 3. Не Эдвин точно и не Джейк. А как звали подругу? Давайте напишем подругу Клары. Сейчас посмотрим. Вот тут вот. Дженни. Давайте Дженни напишем с двумя Н. Просто наобум. Так. Дженни. Вот так вот. Отправить. Отправка ваших ответов завершит демонстрацию этого демо. Давайте. Неправильно все. Спасибо, что сыграли в демо-версию. Оценка С. Правильных ответов 2 из 5. Но у вас есть возможность ответить правильно 5 из 5. Если вы скачаете эту игру, она будет доступна по ссылке из описания к видео. Поэтому... Кого заинтересовало, скачивайте, играйте и можете в комментариях написать, как прийти к ответам, чтобы было 5 из 5. Не именно сами ответы, это неинтересно, а почему именно так. Всем спасибо за внимание и до встречи в следующем видео.